друг друга. Нет, ну это Евгений Сурров, известный журналист. Женечка, ты как сегодня с утра прям? Не только с утра, а буквально 20 минут назад, после двухчасовой поездки по замечательным российским дорогам из Ростова в Волгодонск. Тебя за 2 часа доставили, нас 3 часа доставляли. Вот, может быть, по моему виду, даже, может быть, заметно, что меня за 2 часа доставили. Да. Понятно. С Андреем приехал, да? А, Сергей Анатольевич? Сергей Анатольевич пока не видел. Пока не видел, не общался. Понятно. Что тебя привело в Волгодонск? Можно, конечно, ответить одним словом – шахматы. Но вот я, в отличие от вас, не имею удовольствия сыграть в турнире. Меня используют только для того, чтобы... А почему, кстати говоря, времени достаточно, более чем достаточно? Во всяком случае, в «Рапиде» для тех людей, которым думать в шахматах не о чем, которые играют очень быстро... Не о чем или нечем? Не о чем. Все-таки не о чем. Будем так остановиться. Для них в шахматах нет секретов никаких. Вот. А скажи, пожалуйста, как тебе вот... Ты первый раз вообще в Волгодонске, да? Как тебе вот, ты посмотрел клуб, помещение или еще не освоился? Ну вот, я говорю, поскольку приехал буквально, можно сказать, несколько минут назад, пока что посмотрел игровые залы чуть-чуть. Ну что можно сказать? Ладно, тогда я не буду тебя как бы торопить, а в конце мы о впечатлениях поделимся. Спасибо. Удачи.